И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и сегодня я играю в игру Counter-Strike Global Offensive, точнее, новая Counter-Strike Global Offensive, или CSGO. Играем мы на карте D-Aztec, и мы играем на бой на смерть. И, короче, мы играем один против, сильной игры. Сегодня мы играем реально крутую и такую вот интересную игру, которая вам, наверное, понравится. Так, для начала мы пока что нормально всех убиваем, так как здесь это мой личный сервер, и тут, ну, как сказать, здесь реально очень даже круто. Админка уже полностью теперь моя. В общем, на этом все, наверное. То есть админка теперь полностью моя. Так, игра здесь я буду могу за эту штуку. То есть, опять сервер мой, я могу здесь играть как захочу. И с кем захочу, и вообще, ну, понятное дело. Уже как. Я здесь буду играть. То есть, никто меня даже попасть не может в данный момент. Потому что я реально сейчас... игра идет против таких вот, можно сказать, игроков. Таких вот простых, можно сказать, даже. Но они довольно-таки непростые. За каждое убийство дают по 10 патрон. Я сделал как круто. Пока что они проигрывают, по идее. Да уж. Да уж. Да. Нифига вы нубы. Да ладно, найс килл, ребят. Опс. Я даже не знаю, как вас называть уже. Давайте. Давайте вас трейдим. И этим, этого ножом убьем. Да уж. Командка вообще не очень. Давай-ка. Все. Двоих нету. Опа. То есть я уже без читов могу здесь пройти целую карту. Карты на прохождение, это у меня первое. Это иногда бывает там на сервере. На прохождение карты. То есть, как проходить карту на прохождение, вы, наверное, уже знаете. Играли, наверное, и проигрывали. Потому что настоящий профессионал здесь только я. И играть умею в эту игру только я. То есть, да, это очень даже круто. И, видимо, это очень даже прикольно. Итак, ладно. Блин, да что ж такое-то. Так, да уйдите вы все, уйдите, блин, достали, вы меня хп убиваете. Ребят, теперь у меня с каждого убийства тоже по 10 хп, и так, сейчас мы добьем этих гадов. Так, ладно, мы сейчас их всех перебьем. Так, ладно, мы их сейчас всех перебьем. Так. Сейчас мы все сделаем. Так, убиваем. Ловко. Так, ладно, пошлите. Опа. Пошла игра. Пошли патроны. Не затащил, извиняюсь. Сейчас затащим, потому что сейчас я реально начал тащить. Ну, что это за команда? 10 хп, у меня уже почти что 3000 лишних хп. Нормально, в общем, вообще лалка, и, конечно, понятно. То есть я могу убивать каждого, ну, такого вот нуба совершенно спокойно и даже очень просто. Так, ладно. Так, что за хуйня, блядь, идет-то нам? Ах ты, блин, вообще... Вроде админка есть, а скинов нету. Как-то странно. Надо как-нибудь купить скин. А, хотя нет, я этого делать не буду. Я же обещал не покупать больше скин. Никогда. Опа. Опа. И последнего тоже. Давай их убиваем. Давайте их убью. Этого вот так. И второго также. Так. Ну где ты? Это ты? А это ты. Окей. Случайно? Да уж. Так.
Да не получается у меня с этого тупого револьвера стрелять. Ну ладно. Ненавижу револьверы. Погнали. Куда-нибудь давайте. Сюда. Так. Да, уже затащил, так затащил-то. О, уже сложные пошли, что ли? Карта какая-то маленькая получилась. Сегодня. Так. Так, ну что ж там у нас? Я даже ушел. Оп! Уже пришли они ко мне. Ой-ой-ой-ой. Ну вы серьезно, ребят? Ну 10 патронов мне еще добавляется с каждого вашего убийства. И 10 хп. У меня скоро 10 тысяч хп будет, ребят. Хотя я... Админка даже не пользуюсь. Смотрите. Я даже админкой не пользуюсь. В данный момент. Опа, просто беру и убиваю своих врагов. Давай-ка. Не дострелю, вряд ли. Да еб... Да достали вы, слушайте. С вами, блин, играть вообще невозможно. Давайте. Идем дальше. Давайте, давайте. Давайте все обойдемся. Да вы достали там, что вы там сидите-то, блин? Этих двое, блин, трое даже, блин. Вообще. Давай-ка. Просто реально я тащу. Давай-ка, 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 давай-ка. Так, погнали дальше. Так. Так вообще бесконечно можно ходить по этой карте и убивать врагов. Но, ребят, это очень даже крутой способ получить новый ранг. И потренироваться. Потому что я сейчас на тренировке, ребят. Так. Считайте. Так. Не, не допрыгну. Вряд ли. Зато убью этого. Так как так ты меня мочишь так? Так, ладно. Так. Давай-ка. 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 Так. Так. Ладно. Так. Камеру я, ребят, закрыл, потому что вам не надо смотреть. Какие я лица делаю, блин. Так, мочу их просто и все. Так, ну чё они не уходят? Почему они не уходят? Уходите, боты. Так. Ну чё, мне здесь ждать, что ли? Давайте. Спокойно вообще убиваю их. Так, ладно. Дальше что? Так. Еще одних убью. Мне не сложим, я... Патрон-то дофига вообще, смотрите. Еще пришли. Этих я тоже сейчас убью всех. То есть это даже очень даже просто. И сейчас, короче, блин, у меня уже рука устала, конечно, стрелять. Так. Так, ну давайте. Так. Так. Да кто меня стреляет-то, блин? Блин, давай, 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 давай. Ах ты, блин, гадина. Так, давай-ка. Так. Сейчас мы всех убьем. Давай-ка. Просто можно стоять на месте и просто... Нет, нельзя так. Так. Ну, просто набирать звание. Так, ладно. Так. Так, ладно. Окей. Так, ну чё, они уходят или нет? Так, окей. Мы продолжаем. И, короче. Почему уж не ставится камера? Ну ладно. Пусть будет хотя бы так, ребят. Пошлите. Патрон у меня подкачался, наверное, очень даже круто. И теперь спокойно можно уже поиграть. Так. Я должен туда запрыгнуть. Я просто обязан. Блин. Опять не смог. Ну ладно.
Как-нибудь в другой раз. Получится, наверное. Так. Так, ладно. Давайте так пройдем. Блин, давайте. Давай же. Блин! О, ХП. Ладно. Это что, эксперты уже, что ли, пошли? Конечно, патрон-то на несколько добавилось. Дофигенски. Да, конечно, оружие я взял не очень так уж крутое, ну ладно. Патроны еще есть, и они как бы нормальные. Опс. Давайте. Так, ладно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Мы прошли карту и, в общем, пишите на мой канал, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под видео, ставьте лайки. И, в общем, всем вам, ребята, пока!